Второй день Гран-при Душанбе, сейчас у нас на обзоре весовая категория до 81 килограмма, где чемпионом стал, как многие уже знают, Махмадбеков Самон. Если честно, признаюсь вам, я перед этим турниром в голове считал многих таджикских дзюдоистов фаворитами, но не думал, что Самон именно сможет так высоко забраться. Забраться на самую вершину пьедестала и обойти всех других сильных конкурентов данного веса. Но, тем не менее, Самон, заручившись поддержкой трибун, как и многие таджикские дзюдоисты, а точнее не многие, а наверное все, проявил очень хорошую борьбу сегодня, хорошую форму. И по классике хочется отдельно сказать, и точнее отдельно подчеркнуть поддержку трибун. Она была сегодня, как и вчера, на высоте. Второй раунд. Махмадбеков борется против Хикматулла Тураева. И в этом эпизоде дзюдоист из Узбекистана получает третье шудо, которое становится для него фатальным. И Махмадбеков выходит в финальную стадию турнира, где ему предстояло побороться с дзюдоистом из Монголии в белом кимоно, его оппонент. И сразу же активно Махмадбеков начинает, пытался зайти он на Оучигари. На самом деле этот монгол по фамилии Гарелтуя тоже очень неплохой дзюдоист, сюрпризом, так сказать, но вот здесь за 40 секунд после начала встречи Махмадбеков все-таки находит этот зацеп Оучигари, проверяет своего оппонента и уверенно выходит в полуфинал против Гамбы. Такой, скажем так, не самый легкий полуфинал для Махмадбекова. Но всегда отличался хорошей выносливостью Самон, что в предыдущем весе в 73 килограмма, что сейчас. Он за счет своего роста, многие дзюдоисты такого телосложения, как Махмадбеков, славятся своей выносливостью. В этом эпизоде сделает переворот таджикский дзюдоист, и ему хватает этого, чтобы заработать в азаре и выйти в финал. Финал получился таджикским, финал мечты для, на самом деле, для местных фанатов Душанбе. Они, как обычно, обеспечили прекрасную атмосферу. И Шадмон Ризоев сегодня был просто на высоте, и про него сегодня тоже выйдет видео, потому что он действительно заслужил практически все схватки японами в зрелищном стиле, столько бросков. Это настоящая красота от Ризоева, но, к сожалению, финал мы видим заканчивается по шудо. Третье шудо получает Ризоев. Самон Махмадбеков становится чемпионом. Это первая медаль в его карьере с турниров Гран-при и первая золотая.